Президент США Барак Обама может посетить Кубу уже в марте, сообщает агентство Рейтер. Если это произойдет, он станет первым действующим президентом, навестившим островное государство после Кубинской революции. Представители Совета Безопасности объявят об этом уже сегодня на брифинге. Последний раз официальный визит на Кубу нанес 30-й президент США Джон Калвин Кулидж. Добавлю, отношения между двумя странами начали улучшаться с 2014 года. С тех пор власти США сняли ряд ограничений с острова. Возобновлено авиасообщение между ними. Однако торговое эмбарго с Кубы пока так и не сняли.